В Карачаевске за последние несколько лет проходит масштабная реконструкция. По различным национальным проектам отремонтировали дворы, построили спортивные площадки. Сейчас началась полная реконструкция центральной городской площади. О том, какая работа была проведена за последнее время и на каком этапе нынешняя реконструкция, расскажет Аслан Герюгов. Реконструкция центральной площади Карачаевска планировалась неоднократно. На протяжении долгих лет носились различные изменения, но сейчас облик площади изменится. Данную инициативу взял на себя мэр города Альберт Доттаев, получив поддержку от главы республики. Также стоит отметить, что по просьбе большинства жителей Карачаевска на месте бывших фонтанов установят новые. Подробнее о запланированных работах рассказал начальник отдела архитектуры Карачаевского городского округа Хамзат Кемшамхалов. Сейчас начали, потому что с приходом нового мэра Альберта Асхатовича Доттаева было поручено нам разработать дизайн-проект для реконструкции, потому что объект был построен в 1988 году, до этого который стоял фонтан. Но они были очень сильно изношены, поэтому предыдущие мэры тоже хотели его реконструировать, но не получалось как-то. Финансовые средства не позволяли городского округа. Также Хамзат Кемшамхалов отметил, что для реконструкции представили два проекта. Оба дизайна понравились руководству, и было решено реализовать один общий проект, в котором будут внесены элементы обоих. С Дома Совета в уходе ровная площадка будет идти, и перед стоянкой там внизу, там один спуск, две ступенечки, и нижняя часть будет тоже ровненькая. Но реконструкция площади не единственное изменение в жизни города. На протяжении нескольких лет на территории Карачаевска в рамках различных национальных проектов отремонтировались дворы, построены новые спортивные площадки и территории для отдыха. Стоит отметить, что данные перемены жители города ждали очень давно. На 21 год мы ремонтируем и благоустраиваем 7 дворовых территорий и 1 общественную территорию. Общественная территория – это по улице Мира, аллея, это продолжение аллеи. Она разбита на 3 этапа. По программе «Безопасные и качественные дороги» вот в данный момент у нас идет процедура аукциона. После того, как определим подрядчиков, мы начнем ремонтировать улицы. Это Байрамукова, Подгорная, улица Калинина. Ну и в Тиберде 2 улицы. Также было отмечено, что в ближайшее время будет получен окончательный проект стадиона «Саулук», и после этого начнется реконструкция. Пройдет еще немного времени, и Карачаев станет еще красивее и уютнее. Аслан Герюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск.